Краткая история толкования. Откровение Иоанна Богослова. Игла. Игнатий Тихонович Лапкин. Отец Геннадий Фаст в это время приехал и находился у меня в квартире. А я торопился на работу. Чтобы не сидел зряшно, я попросил его заняться апокалипсисом. А может быть, попросил он сам чем-то занять его. И я положил перед ним книги по этой тематике. А он и рад стараться. Что-то успел, а далее он будет 3 года трудиться по этой теме. И напишет один экземпляр своим красивым и ровным почерком, где слова из апокалипсиса красными чернилами пастой, а остальное голубыми. Тетрадь. Когда он прислал этот труд, то мы даже и не знали, что с ним делать. Или начать начитывать, или спрятать его подальше пока, потому что возле нашего барака непрерывно дежурили в машинах шурики. Слежка была сильнейшая, предарестная. Всех, кто приезжал ко мне, а жили мы близ железнодорожного вокзала, обыскивали и отнимали подозрительное. Один единственный экземпляр. Конечно же, себе отец Геннадий Фаст не мог не оставить оригинал. Тут 2 варианта. Один – спрятать его как можно скорее и как можно надежнее, вынести поскорее и сохранить, прислали для ознакомления. И второй – пренебречь всеми опасностями и начать снимать копию, то есть начитать это полное толкование на апокалипсис святого Иоанна Богослова и сразу начать тиражировать в моей тон-студии. Работал я в это время в конторе снабжения сторожем. С окладом сторожа 72 рубля в месяц. Нужно было достать самый современный магнитофон «Маяк-205». Стоимость одного – 320 рублей. За сколько месяцев я мог купить один такой магнитофон? Если проживаю за 20 рублей в месяц, то остается еще 50. Итак, за год абсолютной экономии мог бы купить почти 2 таких супермагнитофона. Но для моей тон-студии нужно было взять таких монстров 15 штук. Это 1978 год. До крушения сатанинского режима людоедов еще целых аж 13 лет. Чем был ценен этот магнитофон? Если бы не Речкунов Леонид Ильич из старобрядцев, любящий выпить, мастер высочайшего класса по магнитофонам и по прочей тогдашней премудрости, то ничего бы и не было никогда издано. Попало в руки доброе сокровище архиепископа болгарского блаженного Феофилакта, толкование в 2 книгах на весь Новый Завет, и архиепископа Кесарии Каппадокийской Андрея, толкование на апокалипсис. Все это законспектировал. Потом правила соборов. Кормчая все записал, все для себя перенять бы. И как бы так сделать, чтобы эти книги можно бы иметь и не тем только, кто их по сундукам прячет, но и у всех бы были они. Печатать не могу, писать так напишу, что и сам не разберу. Да и сколько перепишешь? Пробовал и от руки, и несколько томов уже законспектировал полностью, но кратко. А если кому дать почитать, то он понять ничего не сможет. Стали мы тут заниматься. Набралась группа из ревностных христиан. 3 раза в неделю, часа по 3-4. За встречу проходили Новый Завет и противосектантскую литературу. Пишем, торопимся. Может быть, в Москве бы это назвали семинаром, а тут мы просто учились. Пришли несколько раз из баптистов 2 регента и хористка. Их там сразу всех отлучили, ибо перед этим уже несколько человек перешли в православие. Испробовали оружие, бьет безотказно и пленяет в послушании Христу. Дело поддается медленно, и за каждым вопросом идут ко мне. А то, что расскажешь, если не запишешь, то забудут. Как бы сделать так, чтобы и у тех было, кто и не здесь живет? С бабушками приходится просто сидеть и читать им. Сами они неграмотные,
и книг нет, да и что прочтут, то неправильно у них в буквы складывается, и читают совсем не те слова. Сколько слепых! Везде нужно сидеть или кого-то посылать, если есть книга, чтобы с ней ознакомить. Да, и если дадут книгу, держи крепко, она одна, может быть, и на всю епархию или на республику. А как бы эти проблемы все разрешить? Раньше было много храмов, слушали все же, если был ревностный батюшка. А если уж поп молчаливый, то и овцы безгласны. Не раздвоишься. Не будешь же ездить каждый день в маленькие города, в деревни, чтобы им это рассказать? Да и сам-то разве все запомнишь? Разве все можешь вспомнить? А книга побыла и ушла, ее не знаешь, где искать. И вдруг, как озарение, начитать на пленку и размножить, и будет так, что в любом захолустье можно будет любую книгу и Библию слушать, и беседы, которые у нас бывают, в разных городах будут слушать также. Но как это сделать? Первые попытки были давно, где-то в 1970 году. Но в наличии были слабые магнитофоны, маленькие кассеты, скорость только 9 сантиметров в секунду и всего две дорожки, а ленты 150 метров. Минуты всего звучит. Посчитали, ужас взял. Больше 1000 таких пленок надо только на Златоуста. Но вот увидел у одного брата комету. Скорость 4,7 сантиметра в секунду и 4 дорожки. Проблемы почти нет. Одна пленка на 375 метров. Цена 6 рублей. Вмещает 8 часов 20 минут. Годится. Нет частоты записи. Нашелся добрый человек, Речкунов Алеша, показал, как держать микрофон. Начали уже и начитывать. Трудно поддается. Первый капитальный труд был «Творение святого отца нашего Иоанна Златоуста». Вошел на 62 кассеты вышеуказанной пленки. Переписывать как? С одного на один на той же скорости по одной дорожке. Сколько начитывать, столько и перезаписывать. Один экземпляр получится. Через год еще один будет экземпляр. Трудно, но сижу, пишу. Потом вдруг идея, а нельзя ли побыстрее писать? А потом, нельзя ли сразу две дорожки? Или того больше? Ведь у нас на 4 дорожки записано. Так натаскались на маяке 203, а потом и на маяке 205. Что меньше, чем за 1,5 часа катушка уже записана. Оказалось, что можно и не на один, и частота не меняется. С одного магнитофона сразу одной кнопкой срываются 10-11 маяков 205 на скорости 19 сантиметров в секунду. Пишут одновременно на две дорожки в одном направлении, а прослушивать будем на скорости 4,7 сантиметра в секунду. Пошло! Кухня заработала. Нужны деньги. Бросил все. Ударился делать печи. Печь стоит 30-50 рублей. В день до двух печей выкладываю. И как в «Мексиканце» у Джека Лондона все на дело революции, так и здесь все на дело церкви. Все для Христа. Все для просвещения. Работа, экономия, перезапись. Выдохся, снова за печи, задачи. Страшно и вспомнить. Входил в избу и падал, не раздеваясь, не ужинав. Так до утра и лежу. Надо. Поиск сырья. Во всем дефицит. Когда начинали, то были магнитофоны со скоростью 4,7 сантиметра в секунду, комета 206, романтик 304, маяк 203, маяк 205, иний и другие. И вдруг все до единого снято с производства без всякой замены. Все запросы и поездки кончались одним – сняты с производства. Но пока еще встречаются в комиссионных эти магнитофоны. Тогда же главная трудность была в приобретении пленок. Здесь их почему-то не было.
Ездить приходилось чуть ли не по всей стране. Но в первую очередь это все города на пути до Новосибирска-Черепаново, Искитим, Бердск. Захожу в Тальменки, стоят пленки. Сколько у вас можно брать? Да хоть сколько, ограничений нет. А сколько у вас в ящике? 60 штук, 310 рублей. Сколько ящиков можно взять? Как ящиков? Да за наличный расчет берем. Нет, мы так не продаем. У нас лимит 5 штук на руки. Но ведь они лежат у вас, и ни одного покупателя нет. Все равно нельзя. Думает, очевидно, что можно с нас взять взятку. Решения нет. Иду к директору. Звонит. Не отдают. Угрожаю, что поеду в органы власти с жалобой. Директор идет сама и из-под прилавка вынимает всю наличность. Около 2,5 ящиков. Для нас это только на затравку. Чтобы начать что-то писать, нужно по крайней мере 12-15 ящиков. Иду опять по кругу. Занимать деньги. Никому бы не дали, а мне дают. Верят. Думают, что миллионер. Едем в Новосибирск. Картина та же. Иду к директору. А зачем вам столько? Да мы книги старинные начитали, Библию, Златоуста, Жития. Вот и нужно для других копии снять. До этого звоню от них до главного торгаша в городе. Ответ один. Столько не можем. Где-то есть ограничительная инструкция. Читает. На шина, на иное, а на ленты нет. Спрашивает директор. А вы не слышали про Клавдию такую-то? Что, она воскресла? Да, я с ней несколько раз встречался. Они там перед нашим приходом об этом как раз беседовали. Директор сама идет на склад и отдает 3 ящика. С прилавка снимаем все, делаем заказы. Снова на колеса и в другой район. Там пошли на обмен, дали проповеди ярла Пести. И тогда нам отпустили все, что было, ящиков 5. Уже что-то. В день наматываем до 600 километров и более. Оплачиваю затраты всегда из своего кармана. Москва. Говорю директору, для чего нам это? Он. А не могли бы мне достать Библию? Можно. Он отпускает на все деньги, какие есть, несколько ящиков. И на полный еще один ящик не хватает 150 рублей. Директор машет рукой. Отдает в долг. До утра. Приехали на водовозке. В бак машины скидываем все ящики картонные. Сами лезем в люк. «Жми, Миша!» – Гордеев. Мы по крышам, которые нам видны, знакомимся с Вавилоном III. Вода плещется, накатывает на нас. Главное – не замочить пленки. Среди хозяев началась паника. Ах, как бы не загребли и их. Звоню друзьям, чтобы помогли посадку совершить. Проводники не пускают. Москвичи подарили нам несколько зарубежных открыток религиозных. Дарим проводникам. Оказываются земляками. Желают слушать благую весть. Охраняют нас в пути. За ту Библию директору выпустили несколько десятков новых на пленке. Академгородок под Новосибирском. Стоят маяки 205. Все неработающие. Цена каждого 320 рублей. Моя месячная зарплата 72 рубля. Но нам нужно выполнить заказы для людей. Лёша проверяет, они мертво заклинены. Он еще постоял. Бери, отремонтирую. И правда, 8 бракованных за 2 дня он на ноги поставил. Возвращаемся уже ночью. Перед городом, перед мостом у Аби останавливает милиция. Чего везете так много на мотоцикле? Магнитофоны, заказ для людей. Отвернул брезент, хмыкнул и отпустил. Не время. Не приспел еще час. В селе Кустанайской области продавщица не дает пленок. Ждет свою часть. Тот, кому мы заказывали искать,
получил от нас, как и все, наказ нигде никому не переплачивать ни рубля. О рублях сказал, а на большее не додумался. А голь на выдумке хитра. Идет, рвет ведро малины, несет продавцу. Та отпускает, сколько унесешь. В комнатах жара. Задыхаюсь в горячих магнитных испарениях. Магнитофоны пыль натирают при перезаписи. Прошу вставить в окно вентилятор. Стало легче дышать. Какую кару я нес эти годы? 7 лет каторги. И кому только не навешивал, кому только не предлагал взять все бесплатно. И еще обещал на первый толчок дать 3000 рублей. Но чтобы только трудился честно, бесплатно. Увы, только органы согласились взять. 1979 год. Начали готовиться в стране к Олимпиаде. И значит, нужно лицо свое в нужном ракурсе изобразить, как уж в программе себя описали раньше. И чтобы не портили этот камуфляж, разные пылинки, их убрать, отмести, спихнуть. Отец Глеб, отец Дмитрий и все, что в поле зрения ниже их попадало, все пошло под снос. У каждого из них просмотрели адреса, и мой адрес был у отца Дмитрия Дудко. Первый обыск. Представительно, аккуратно, все фиксируют, каждую бумажку, как их там учат. Как же, ведь по санкции КГБ? Тут уж нужен класс в работе, тут будет задействовано столько душ, отделов. Наконец-то работа, наконец-то можно доказать, что зарплаты, чины, погоны, мечи и щиты не зря. Нет, не зря. Вот мы сгодились. Старались они, писали. Я остался дома еще на полгода. Вот из книг «Открытым оком» еще воспоминания. Приезжаем в академгородок Новосибирска. Продавщица говорит: «Были, но остались только поломанные. Их смотрел наш мастер, и они ремонту не подлежат. Мы их отсылаем на завод». Алёша просит показать один. С трудом проворачивает катушку и говорит: «Берем». Добрая продавщица умоляет не делать этого. «Он совершенно нерабочий», — говорит она. «И цену сбавить мы не можем». «Еще есть?» Из-под прилавка достают 8 магнитофонов, готовых к отправке изготовителю. Тут же вызывают мастера, и он доказывает, что в местных условиях их в дело не пустить. Алёша не реагирует на мои просьбы не брать. Я достаю деньги, рассчитываюсь, и мы их увозим. Страшный дождь, едва не погибнув в дороге. Прошло 2 дня, и все магнитофоны начали давать продукцию. Он тут же смонтировал доильные аппараты. Одной кнопкой срываются в работу 10 магнитофонов, и ею же останавливаются. Переписывают сразу на 2 дорожках в одном направлении на скорости в 4 раза, превышающей скорость записи оригинала. Чудо! Такого работника мне бы не найти никогда, если бы не мой Бог. Притом работает всегда, и ночью, и днем, и бесплатно, годами. Тогда у меня был на квартире Михаил Афанасьевич Буряков. В будущем станет мужем моей родной сестры, а теперь и диакон. Кто-то был еще в комнате ночью. Держим совет. Выносить и скрыть или начитать и растиражировать, и тогда это будет труд у многих и более сохранится, чем один экземпляр. Вышли посмотреть на улицу. Выхлопать половички. Это в 1:00 ночи. Вроде бы никого нет. Но я решил перейти на другую сторону улицы. Рядом железная дорога, и там далеко на вышках видны фонари. И вдруг справа, в конце соседнего барака, в листве тополя сверкнул свет. Ага, это кто-то открыл дверцу, и свет отразился.
Они этого не могли учесть. Я быстро присел в кустах на другой стороне улицы. Вижу, из машины выскочило несколько бравых молодцев и бросились к насыпи железной дороги. Там кусты и путь на вокзал. Видимо, добежали до поворота, где уже открытое пространство, и вернулись на нашу улицу. И идут медленно и в кусты смотрят. Взяла меня дрожь. Сижу, как в холодной камере. Проходят, увидели меня и прошли мимо. Все. Решили начитывать и тиражировать. 3 дня, и оригинал готов. Сразу выпустили где-то около 30 экземпляров. В каждом по 3 катушки. По 375 метров, по 8 часов 20 минут каждая. Такова вкратце история распространения этого наилучшего толкования книги из Святой Библии «Откровение Иоанна Богослова».